Мы купили новый домик для Пеппы и ее друзей. Но мы заметили, что там творится какое-то волшебство, что-то необычное происходит. Да. Мы пытаемся заглянуть внутрь, ничего не видно. Просто доносятся какие-то звуки. Я думаю, нужно открыть. Да. Мы открыли домик, пока все тихо. Качелька во дворе дома. Здорово, правда? Может быть, мы сначала позвоним? Вдруг там кто-нибудь есть? Тук-тук. Тук-тук, звонок работает. О, смотри, точно, там кто-то живет. Это маленькая феечка. Так значит, этот дом не пустой. В нем есть хозяева. Смотри, я вижу в окошке еще кого-то. Вау, как он открывается. Там что-то есть внутри. Мы достали столик с четырьмя приборами. Значит, в этом домике живет 4 жителя. А это уютный лежачок для них. Давай поищем других жителей. Кисе. Там? Какие красивые стулья, кресла, прям трон, да? Ты думаешь, может сесть Пеппа и угоститься? Да, он как раз подходит для нее. Бе! И овечку Сьюзи. Пусть покушают. Тася, а мне? Настя спрашивает у феи, она не против? Я думаю, что она не против. Феи очень гостеприимные. У этого домика есть второй этаж. Что же там такое? А вот и второй житель. Тоже маленькая феечка. Нужно найти остальных, правда? Думаешь, там? Он должен как-то открываться. Давай посмотрим как. О, еще что-то нашла. Мы обнаружили вот такую милую гусеничку. И печь с чайником. На втором этаже больше никого не осталось. По-моему, пусто. Кто-то находится в середине самого башмачка. Надо попробовать его открыть. О, башмак открывается. Кто же там еще есть? Волшебный гном. И еще одна феечка. Это третья феечка. Она очень похожа на клубничку. Какая миленькая. Она самая младшая, мне кажется. Познакомились уже? Да. Вот как у них тут внутри. Смотри. Как интересно. Крыша открывается. Ой, там Пеппа уже сидит, да? Забралась. Спит. Спит? Башмачок можно приоткрыть. Вау! Что внутри? Смотри, как уютно. Зонтик стоит. Колокольчик. Вон сумочка какая-то. О, привет, овечка Сьюзи. Как ты устроилась? О, она сидит на балконе. А кто это у нас качается на качельке? Джордж. Маленький Джордж. Настя, ты видела, что язычок от башмачка служит горкой? О, теперь им точно не придется скучать. Все прокатились уже с горки. Вот такой сказочный волшебный домик у нас появился. Тебе понравилось? Ставьте нам лайки, ребята. Всем пока. Не пропускайте наши новые серии вон там. И обязательно подписывайся на канал.